Ты смотри, как коротко, вот оно плечо, если оно у тебя не здесь, конечно. Оно должно быть плечо впереди подбородка всегда, у боксера. Тык, видишь, да. А если тык, вариант другой, тык, бам. Если прут сильно, да, то ты подкинулся, дык, подхватил. А если так втыкаются, то значит здесь коротко. Бам-бам. У тебя получается? Реально? Реально получается? Один из самых ярких боксеров был такой, Арчи Мур, чемпион мира, замечательный боксер, из тех, кто использовал эту защиту. В истории бокса, я сейчас точно не назову, больше 100 нокаутов у него. Самый яркий нокаутер, больше всех досрочных побед за счет этой защиты. Короткая защита с мощнейшим ответом, видишь? В обмене ударов отсюда. Так, затем подхват, очень мощный подхват. Мощный здесь или сразу. Бам-бам! Или идет, бим-бам! Просто на себя принимает. Вариант такой есть еще. Откидывается назад с ногами. Оу, тынь. Вариант короткий, самый короткий идет. Бим-бам! Масса вариантов, великолепная защита. У тебя получается. Нужно работать над этим. Молодец. Хорошо получается. Больше ты откинься так. На всю катушку. Да. Тыщи. Снова. Тык. Так, длинно, очень длинно, Леша. Здесь коротко, а здесь длинно. Да. Да. Так, молодец. И ушел плечом, закрылся. Один, три. Отлично было. Оп. Три. Оп. Шагни. Три. Отлиннее, гораздо. Вот смотри, в чем изюминка. Защита одна из самых быстрых, самых коротких, видишь? Смотри, коротко, близко плечо, правильно? Боксер закрывается, откидывается. А удар амплитудный, очень сильный правой руки. Видишь, как вот дым, видишь? Да. В этом изюминка, в этом смысл. Смотри, так, хоп, так, длинно, хоп. Видишь, какой мощный удар. Быстрая защита, удар очень сильный. Ты там, хоп. Нет, длинно. На всю мощь туловища, хоп, на всю мощь спины, ног, дынь. Отлично. Да, здорово было, почувствовал сам, как хлестко выбросил, сильно. Здорово. Я наношу удар, вы делаете перенос веса тела, поднимаете плечо. Вот так, да, отлично. И ответите, хорошо, с хорошей амплитудой развернуться и снова перекрыться. И так, да. Не наклоняемся вперед, ребята, а бросаем руку. Это важно, не такое движение. А ударное движение нужно. Хорошее. Удар право прямой. И оп. Да, ну давай, чтобы твое плечо было здесь. Хорошо? Вот здесь при ударе. Хорошо? Да, окей. Договорились? Да. А тут и что-то там. Да, на все. На всю мощь. И. Да, молодец. Молодцы. Оп. Да, не задирай, не надо. Ну же разве пока ты будешь поднимать ногу, пройдет много времени. Хоп, тык. Откинули, тык, вот она пошла работа. Не надо задирать ногу. Хоп. Вот она работа, передающая. Тут же защитился, ответил.